Всем привет, вы на моем канале Drill. Это не видос, как я буду дарить подарки. Это видос перед тем, как я буду дарить подарки. Да. Итак, ну в этом видосе я вам расскажу кое-что интересное про обновление Free Fire на тему Хэллоуин. Итак, что бы я хотел сказать первым. Первое, как вы можете сейчас увидеть, это новый airdrop. Как на мое мнение, ну неплохо. Как для Хэллоуина неплохо. Мне нравится. Дальше. Хотел бы я вам показать новые аватарки. Из них вы можете увидеть аватарки, которые будут даваться бесплатно. А некоторые, которые за задания, а некоторые за пополнение. А некоторые, скорее всего, в каких-то заданиях тоже. Следующее, я вам хотел бы показать доски. Видите, на доски немного, кстати, улучшены. Теперь они как раньше. Ну, знаете, давно было еще в первых, вторых пропусках, там где было... Формы меча, не просто доска, а в какой-то форме. Так вот, как вы можете увидеть, метла. Ну, метла. Вот. Дальше хотел бы показать, как теперь будет наш выглядеть задний фон. Ну, неплохо вам скажу, неплохо. Нормально, я на это внимание сильно не обращаю. Так, вот новые эмоции. Ну, эмоции тоже я сильно внимания не обращаю, мне вообще как бы на них все равно. Так, новый персонаж. Он будет давать при убийстве, вам будет повышать, ну, как я понял, он будет повышать броню. Вот вы убили человека, у вас будет повышаться броня. Дальше. Вот вам пропуск. По идее, он как пиратский. Ну, как я понял по картинке. Ну, кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за тема пропуска. Дальше. Новое оружие есть, дробовик. А также будет нож. Но, как вы, наверное, знаете, будет режим с ножом. А будет ли он в играх в классической матче или на рейтинге, я точно не знаю. А сейчас вы можете просто, я не буду бескомментировать, просто посмотрите одежду. Итак, надеюсь, вы успели. Если что, нажимайте на паузу и смотрите. Ну что ж, а на этом мы будем заканчивать. С вами был я, Дризли. Итак, напомню вам, что под прошлым видео вы должны набрать 60 лайков, чтобы следующий видос был уже про то, как я вам буду дарить подарки. А сейчас, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, ведь на 200 подписчиков будет турнир на 5000 алмазов. А с вами был я. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.